бассейн при нашем отеле. Основная башня, здесь вот как раз панорамные окна. Название нашего отеля. Вид с бассейна на город Бангкок с нашего отеля. На 11 этаже находится бассейн наш. Рынок, который я с окна снимал, моего номера. Номер, завтрак в нашем отеле можете посмотреть на моем канале. Также все это есть. Сейчас. Ругается, нельзя снимать видео отсюда. Тайц какой вредный, не дает сверху снимать вид на город. Это, скорее всего, этот наш как раз этот северный корпус, в котором мы живем. Видите, с балконами как бы идет. Ой, не с балконами, а ну не панорамные окна. Это значит наше здание, а вот это идет с панорамными окнами. Основное здание. Для тех, кто будет бронировать, как бы можно выбрать. Это я все на 11 этаже нахожусь, где бассейн при нашем отеле. Решил виды показать. Город Бангкок. Сейчас сюда подлезу чуть-чуть. Опа. У нас тихо, шума никакого нет, в номере классно. На крыше бардак отеля какого-то. Какое-то здание строится. Бассейне вода теплая, я попробовал на ощупь. Кому надо, прямо можно сюда попасть с бассейном. Под музон можно балдеть, тащиться. Yeah.
Отсюда такая водичка, видите, какая? Светло-синего цвета. И можно здесь посидеть, покушать. Столики есть. Девушка ходит, разносит, видите, там вот. Любой каприз. Сейчас из бассейна вышел. Здесь можно что-нибудь зайти. Здесь прохладненько, хорошо. Видите, можно что-нибудь купить. На 11 этаже мы находимся. Бангкок с нашего номера. Северный корпус. Вот так он выглядит днем. 19 этаж. Это рынок. Нам сказали, он до часу ночи работает. Там можно что-нибудь купить, покушать, посидеть. Это с другого окна нашего номера. Я показываю видео с нашего номера. Вот башня Байскак. Байскок, по-моему, называется правильно. Байскай? Байскай? Не Скай, а Скай. Планируем там побывать, на обзорной площадке обязательно. Посмотрим на Бангкок с высоты птичьего полета. Ну, а мой номер, кому интересно, есть у меня видео, посмотрите на моем канале. Я выкладывал там номер, завтрак. Это я к бассейну прилепить решил видео. Кому понравился мой видеообзор бассейн при нашем отеле и отличные виды на Бангкок, ставим лайк, пишем комментарии, подписываемся на мой канал, чтобы пропустить новые интересные видео. В следующей части мы отправимся гулять по Бангкоку, и я вам заодно покажу разные цены на товары в Бангкоке. Всем до новых встреч!